Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть в System Shock. Я тут сделал одну ходку, сдавая мусор. Но тут как-то интересно настроена система респавна монстров, что что-то как-то много на пути. Надо это путешествие переживать вместе. Так. Просто целая толпа тут, по-моему, там скрипт что-то не работает так, как надо. Вот. С каждой новой игрой, скорее всего. Вряд ли. Что такое не сделаешь ради монетки, да? Лишние монетки. Какой же я хакер без компьютера, да? Но это, видимо, устаревшая модель. Можно обойтись и без нее. Утешая себя, потом раз и внезапно предмет такой понадобится. Ха-ха. Будет забавно. Написано, что мусор, чё? Забираем. Вот, 46 копеек. Вы знали, что слово копейка произошло от копи... Произошло от слова копье. Блин, видите, сколько дофига всяких. Чуть темновато, да? От копья этого самого... Георгия Победоносца, который изображалось на рубле. На копейках того времени. Так, яркость. Применить. Все, давайте 105. Что-то как-то... Теперь немножко это самое... восемь давайте применить, да? Вот это как-то лучше, по-моему. Я вроде как фов поставил себе пониже, а оно все равно такое. Видимо, что-то по дефолту так обозначено. Ну что, пошли дальше каннибалить. Промышленные библиотеки. Угу. Чё, реально все? Ну вот тебе и раз. Тебе раз, вот тебе два. Что тут у нас? Ну, тут что-то из разряда нужно двигаться быстро. Какие виды из этих окон? Все то. Я жадный хакер. Чувствую себя таким вот товарищем. Энциклопедия. Кто ее читать будет? Потом распечатать еще. Так.
Так, там дверка не открытая. Кстати, что? Непонятно. Ничего. Nothing special, как говорится. Эх, якорный бабай. Все, забрали. Ох ты, как физика сработала. Душевненько, да? Стоит что? Ни хрена не стоит, блин. Мусор сплошной. Так, тут ничего не было. Ага. Так, там пустой, тут пустой. Бета, гамма, гамма, бета. Где камера? Делать надо. Запитать током что-то надо. Ай. Надо на трубу переключиться. Это что-то сильно. Стоит пока что находиться. Так. Стой, оружие. О, послушаем. Что я сделал? Кстати, вот. Угу. Быстрая разведка. Половина тела. От меня аптечка. Сколько стоит, нисколько не стоит. Пускай валяется дальше. Полтела. Ты там шляешься-то? Где ты, странник? Так, подожди. Wait. Вышли сюда. А, бирка. Энри Бартон. Окей. Так, термосы никому нахрен не нужны. А вот этот можно съездить.
еще одна аптечка. Бустер. Status report. I've led a small group of survivors across the radioactive trench in Beta Quadrant into the operations base that Abe mentioned. Being the highest ranking manager present, I sent Keith and his group to look for supplies. Darcy is working on a plan to disable the mining laser from his office on research. No updates from him yet. We're safe here. Сколько вас хватит? Что-то вы надолго вас не хватило, в общем. Что? Ладно, возьмем. Это что-то у нас такое? Оберточка. Интересно. Вас плохо организована сборка мусора. Что это у нас такое? А, это банки. Конфетки. Пустая, ничего особенного. Стой. Это что у нас такое? Another blow today. Carl reported Keith and his group are dead. He and Todd got separated on the way back. Carl watched on a security monitor as Todd was dragged into a Regent bay only to come out as some cyborg. Carl marked the room with the word here before he ran. We have 20 people left. Supplies are low. If we don't push forward, we're dead. Maybe someone else should have been in charge. Мне кажется, прикольнее было бы, если бы они использовали не эти компьютерные модельки, а реальные записи. Так. Не мудрено потеряться, конечно. Ты такой яркий. Сломанная винтовка. А ее починить как-то можно? А, нет, нельзя. Но урона она особо-то и не нанесла. Настолько я уничтожил эту тварь. А, еще один.
витамина, блин, все-таки было. Ладно, буду знать, что такая розовая хрень, это мина. Ничего хорошего от нее не жди. Я здесь был? О! Фига себе. Тайная дверь. Нет, свет это хорошо. Это не я, пускай у него будет банк. Еще одна. Батарейка, это хорошо. Батарейки, это здорово. Это здорово. А че? Мак. Магнитные импульсные кассеты. Надо пойти дезинтегрировать и сдать пару вещей. Это прикольно. Где там она? Кнопка. Так, я пришел отсюда. Пришел отсюда, спустился как-то здесь. Лабиринты, блин, а? Пипец. Так. А, тут вас двое. Занялся он. Хер, да? Какое-то место знакомое, да? Вообще пипец. Как будто я здесь уже был. А, точно, гамма. Блин, видите, сколько этих развелось тут? Ты чем дольше ждешь. Что это такое? Что это такое? Ну, как классики, если бы мы знали, что это такое. Пока вообще не понимаешь, что. А, я помню тебя. Я помню тебя. Ух ты ж, блин, какая радиация. Этих волшебных. Силуха какая-то началась. Да, пойдемте-ка. Пипец. Ее
даже не сдать. Смотрю, пистолетов дофига и больше. Может быть. Я даже не. Может быть, их и даже не надо собирать, там что-то такое. Ой. Так. Пойдем подлечимся, малёх. Ящики у вас какие-то маленькие, да? Только черепа и находятся. Так. Безопасно. А ты что здесь делаешь? And сюда вообще вышли через этот проход, через этот проход. А вот мусор точно. Вот здесь ходили. Ну ладно, я же не буду бегать туда-сюда. Ведь не буду бегать туда-сюда, правда? А черепушку интересно было бы просто. Так, пистолет. Где мой черный пистолет? На большом каретном. Где мои 17 лет? На большом каретном, да. Чё это за песня такая забавная? Не виновата я, она сама вспомнилась. Так. Так. Вот пистолет. Это больше денег дает, чем вот за эти. Я даже забрать не могу. Что за шум такой? Забавный. Окей. Так. Хер.
проблемы. Ратушки. Кушаешь много. Не по делу. Ага. Сюда. Идем дальше наверх. И вот где-то там должны быть эти сволочи. Как ты себе это представляешь? Ага. Remove yourself, ага. Где там эта камера-то? А, вот видишь. Ты выпил. Не. Еще одна дырка. Это хорошая вещь для документации. Что произошло? А, там включился. То есть можно сейчас попытаться. Так, мостик мы активизировали обратно. Интересно, сделали бы такую карту для GTA. Ух ты ж, блин. Не, ну ты молодец, спасибо, что деактивировал с собой. Безусловно, это не, немножко не тот. Эффект, на который я расщепил еще один пистолет. Да, у вас просто... Хорошо, что можно стакать предметы, а не вот это все. Но не все предметы можно стакать, надо что-то пойти и отдать. Пойду я там. Хер не хер. А, смотрите, как труп летает, да? С пистолетом. Так. И главное найти правильный подход. Так, сейчас, подожди. Гамма. Гамма, а вот. То есть... Насквозь проходим. У нас карта есть. Вот ни хрена не видно, да?
это они что-то там перемудрили, по-моему. А если куда это туда пойти? Конечно, я бы по это самое поуменьшил бы спавн противников. Что-то какой-то пипец. Я ж потерялся уже. Мягко. Куда вы вышли-то? Ладно. Хватит заниматься жлобничеством. Потом, если вдруг неожиданно кажется, что денег мало. А вот, вот. Что-то еще из мусора у нас есть. А вот такая хрень у нас есть. И все из разряда. Да, пойдем-ка. А вот так вот хитро. Пойдемте на склад. Смотрите, она как будто бы с предметом, то есть даже не как будто, а просто с предметом. Так, если я вот шел так, а потом пришел вот так вот, а нахрен с вами, пускай лук. Киборг. Где твой второй пистолет? А? Признавайся. Стоевой. Стоевой. Ладно. Так, 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 так. Сломан, не сломан. Патронов что-то маловато, да. Надо переходить на более. Да, и эту винтовку надо оставить. Есть такая внезапно. Какое-нибудь оружие. Комплект не найду. Да? Ну вот, пойду как раз таки оставлю это оружие наверху. Все.
все-таки. Сейчас я буду как дома ориентироваться. Солнце. Так, что-то у нас магния патроны. Непонятно. Красота. Да. Так, что там у нас? Изучил маршрут таким образом. Так, мы вышли сюда, потом мы подошли в Альфу. Монетку. Как легко меня сманить, а? Типа, смотрите, монетка. Хер, да? Лечимся прямо здесь. Так, вход. This elevator serves me alone. I have complete control of this entire level. With cameras as my eyes and nodes as my hands, I rule here, insect. Давайте без обзывательств уже, да? Cyborg units, we are very close to sanitizing my station of the human stain. Once the tachyon beam is calibrated, we will begin to purify the human cities of Earth. My first step towards cleansing the planet and allowing our purity to flourish is almost complete. Their rotting corpses will provide the food for my world to grow and prosper. Хорошо, мы прослушали вашу программу. И нам она не очень нравится. Что-то как-то не позитивненько. А это сломано. Это мы выкинем сейчас. Пользуюсь шорткатом. Кстати, мы тут до конца не изучили. Что есть, что нету. Сломано. Ресурсы. И повернуть. Монетки. Супер. Лучше бы здесь был такой подъемный.
там, блин. Дверь движется. Я знаю, что она движется. Зачем вы ее двигаете? Так, шорткатик. Щитильность такое. Не работает. А вот я включил. Угу. Свои патроны. Окей. Что это было? Ага, вот так вот. Интересно. Что-то можно знать. Хорошо, воспользуемся. Я там винтовочку тогда подберу. Cyborg conversion canceled. Standard station restoration procedures online. А, то есть здесь вот, да? Супер. Так бы я в киборга. Он только просто большой, толстый. Самый большой и толстый переключатель. Так, 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 так. Ты доверяешь этой штуке? А. Что это у нас такое? Не стоит так бросаться, а то у меня не получится, и все, и земле тоже пипец. А это уже не весело. Так, блин, а где же я вышел-то? А, нет, стой, 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 вот здесь вот шарик. Через это. Левел 1, медикал. Так, 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 так. Метроидвания, блин. Тик. Подносики, подносики. Так, да. Если мне потом за это будут давать монетки, я буду чрезвычайно рад. Нет, ну, я хотел сказать, если за монетки мне потом будут давать патрончики и все остальное, то это будет ценное вложение денег. Персональный мусор. Так, так. Супер. 116 монет.
остался накопить, а? Какой я накопленник. Так, что-то у нас. Здесь-то я совершенно точно не был. Да блин. Черепок. Черепок, черепок, черепочек. Что-то новенькое. Как будто у тебя что-то получилось вылечиться. Так, что там у нас наверху? О, генератор. Да хорошо. Так, здесь мы были. Подходим ко мне, тварь. Там биологическое радиационное заражение. Да вы что, офигели-то? О. Это какая-то отсылочка. К этому самому систем шоку второму. Интересно, куда это нас вывело, на какую. Так, 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 так. А, биологическое загрязнение, я туда и не пойду. Что-то у вас грязно там. И нехорошо. Мне пока туда нельзя. Hungry.
заспаунились, сволочь. Параметры. Вот во второй части можно в процессе игры менять сложность. Ты совсем почувствовал, что херня какая-то. Что-то не работает так, как хочется. Сломано, говорите, да? Так, что там у нас по плану? По плану у нас забрать одно оружие. Положить грузовой лифт. Так, где-то у нас... Чтобы оно было доступно везде. Так, пистолеты. Ладно, пускай это будет мой тайный склад оружия. Так, хорошо. Я, наверное, все-таки пока что переключусь сюда. Так, либо здесь. Дверь здесь. Хир-хир, да. Я сохраняю. Все, супер. Сказать, так лежит магния патрона, нахрена. Нет, это не работает вместе. Тефлоновое покрытие. Что это такое? Пробивание брони. Скорпион. Штурмовая винтовка все-таки не то, да. Так, окейшки. Ну, значит, нет, что киборга больше не будет. Ага, вот она здесь. Directive to Cyborg F-71. Move mutagen experiment V5 to Beta Grove on the executive level. Let the virus loose in the grove and observe its effects on flora and fauna. Collect samples from the mutated. Kill those who have not shown progress. And we will soon have a perfected strain that will consume the earth, allowing me to reshape the insects in my perfect image. Что-то сломало, да? Вау. Какой-то странный. Не надо было так делать, не надо было так делать, не надо передряжать эту тварь. Черт.
куда-то ушел. Что, думали, все? Убили Чапая. Как я тут вижу? Головы очень нету, потерял, да? Подожди, это я или не я? Так сразу не разберешь, правильно? Какая-то интересная штука. Пространство. Мы туда обязательно зайдем. Most of the insects have either died or will reborn. Small resistance pockets remain. I will cleanse them from my body soon. Diego has served well. And will continue to evolve to suit my purposes. Earth shall receive my magnificence, my glory. My great works will begin once I arrive, and there shall be no other gods before me. Ну, конечно, у тебя это самое мания величия. Конечно, интересный вопрос насчет того, может ли быть мегаломаньяком? Это такой самый страшный сон. С одной стороны, да, почему нет? С другой стороны, желание доминировать — это биологический параметр, который нас заставляет иметь возможность для дальнейшего размножения. Вот. А у ИИ таких настроек изначально нет. Если бы мы ее строили как жизнь, изначально как жизненную жизнь, там, то, конечно, выжить, выжить, выжить — это главное. Ее мотивация была бы. Так непонятно. Типа его создали. Могут еще создать. Там еще куча других. Это сложный вопрос, короче. Так. Так. Ага. Вспомнил. Это же забавно. Лети давай. Нет. Он же ничего не хочет от этой жизни. Все, что надо сделать. Какая-то мозг. А, туда хакинг. Наверное, на хакинге закончим. Сейчас попробуем посмотреть, что у нас тут. А, это просто.
просто свет. Уже свет. Даже не сесть. Получай здоровье. Понятно. Раздавленная. Вышел из туалета и застрелился. Я был года в таких условиях. А тебе что-то вообще осталось? Свет. О, звезды. Не-не-не. Что-то какой-то идеал странный, правда? Не ящик, а коробка. Мы там были, мы там открывали, тут гребаный товарищ, которого мы не трогали на первом уровне, может, надо убить. Фух. А давайте хакнем систему. Ну, в Deskind, может, я играть не буду. Так, что-то у вас много. Пошло мясо, 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 мясо. Ауч. Вырезаться тоже нельзя. Не стоит. Не, пойдем. А вот. Кости. Один непонятно.
Интересно. Туда засасывается, это сюда засасывается. Даже интересно. Что там? Что здесь? Давайте. Эй. Не туда пошел. Что за фигня? А, это зареспавнился опять. Начало. Блин, хватит меня отсасывать, брат. Все сделал, что там можно было сделать. Но, видимо, все-таки, да. Enter the room, insect, and it will become your grave. Ну, что-то как-то не очень. Тут надолго я смотрю, устроился. Подушечка, одеяло. Так, это вниз. CPU notes. Кто, где, кого ты обеешь? Занимаюсь тем, что собираю всякую. Всякую. Но за это деньги дают. Вилка, ложка, господи, что ты там собрал? Еще один пистолет. Те два кредита, 5 кредитов. Мусор.
Томпсон, блин. Так, что надо сделать? Так. Не работает. Так, что там осколочная? 9 что-то там непонятно. CPU nodes. Так. Ну что? У меня есть ощущение, что мы тут все исследовали. Посмотрим по карте. Да, вся карта открыта. То, что там где-то еще биологические отходы и прочая фигня. Это фигня. Резонно, резонно. Так. Сломанный пистолет. Типа ты скушал. Ничего не знаю. Так, 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 так. Две аптечки, два веселых друга. Экипаж машины боевой. Четыре. Все, нормально. Типа что-то можно было оставить там, смотреть, да, или что. Так, возьмем радиологическую защиту где-нибудь. Не знаю где. Или это нужно по-другому как-то осваивать. Опаньки. Это было просто. Ты самозарезался, что ли? Так. Вообще. Так. Здесь мы не были, видимо. Ты. Вернее, обратно. Thank you.
нас альфа была, правильно? Правильно. Подожди, а как мы туда вышли? Альфа, бета, а вот здесь вот. Какой хитрый подъем. Так, и... Ну, сейчас воспользуемся более лимитным. Ну, конечно. Но я его точно знаю. Это главное, чтобы... Жесткая борьба за ресурсы. Тяжело. Угу. Экономически невыгодно перетаскивать, да? Я там был, я, по-моему, тут не был еще. Или был? Наверное, все-таки был. Просто не понял. Угу. Так. Еще игрушка Эмблеванен, Люк Дудней, Кайл Херман, Эндрю Бартон, Эйми Истерли, Андрей Бург, Элестер Дэви, Алексей Бериток. Окей. Такой чисто спортивный интерес уже. Что тут можно найти? Стоит. Так, ну что, настало время посетить. Ты мне тоже не нравишься. Вряд ли вы там живые уже были. А с кибернов делали или что там с вами делали? Тут ачивочку-то нужно было. Хладнокровный убийца. Так. И насквозь прям туда. Так, а ты еще жива? Так,
Shoda. Not hard to put two and two together regarding the current state of the station. Try op authorized to deal. Help get the station back under control, and you get a clean slate. Looks like we're partners now. And if we play this right, we can work out what Diego wants. I prefer a quiet station. Thank you. Да ладно. Так, что там у нас по медиа? Медпалуба. Автоматизированное приветствие на первой палубе. Так, мы вторая. А, научная лаборатория. Что, ресерч, конечно. Приветствие. Что, типа дверь? Ладно, мне кажется, надо вернуться на предыдущую палубу. И там у нас будет гарантированная сохранялка. Хотя можно здесь сохранить, что я туплю, правильно? Так, сохранить игру. Новое сохранение. Угу. Все. Ну что, дорогие товарищи, спасибо за то, что были со мной. И если вам понравилось и хотите продолжение, лайки, шары, комменты, донаты, все, что в ваших силах. В общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. А на этом спасибо и пока-пока.